У меня меркантильный вопрос. Вот я вот представитель биржевого сообщества. Что же ждет фондовую биржу после того, как вычислительная мощность компьютеров достигнет определенного? Ну, фондовая биржа возникла изначально как способ перенаправления средств в наиболее перспективные, по общему мнению, направления деятельности. Но, к сожалению, по мере развития она переросла в свою противоположность. То есть сейчас средства перенаправляются в зависимости не от результата в реальной деятельности и даже не от предположений о результатах реальной деятельности, а в зависимости от предположений о действиях других участников той же фондовой биржи. И чем дальше, тем больше биржа отрывается от реального хозяйства. Поэтому после того, как все реальное хозяйство будет подчинено единому плану, и, соответственно, средства будут направляться, опять же, по единому плану, надобность фондовой биржи естественным образом отпадет. И тем, кто на ней сейчас успешно действует, придется искать себе новые виды деятельности, опирающиеся, естественно, на их навыки, связанные с предугадыванием поведения других людей по сравнительно малозаметным признакам. Насколько я знаю, такие люди остро необходимы в психологических, в прикладных психологических направлениях, в борьбе с правонарушениями и во многих других сферах деятельности, которые в данный момент, конечно, не так доходны, как фондовая биржа, зато ничуть не менее увлекательны.